Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в Хищные Машины 2 Deluxe. Игрушку мы прошли, ну, давайте еще раз поиграем. Это все-таки та игра, в которую все начиналось, начало моего канала. Вот, давайте вспомним былое прошлое. Сложность, ну пускай будет средняя сложность. Ух ты, как кричишь ты. Так, сделай немножко потише, так будет проще. Я уже забыл, как тут управлять. Ладно, погнали, дальше разберемся. Такая вот забавная машинка. Вот, очень прокачана на максимум у нас. Нам надо до финиша добраться. У меня сколько? У меня две бомбы есть. Пробелом. Вау, нифига себе. Знаете, что самое крутое? Это на бомбах подпрыгивать. Видишь, нифига себе. Обалденно круто. Ладно, давайте. Давайте пройдем этот уровень уже. Вот с помощью бомбов можно далеко-далеко куда-нибудь лететь. У меня, кстати, еще есть нитро. А, я застрял. Нет, не туда. Я уже забыл, как тут нитро-то использовать. А, все, на кнопочку Z. Отлично, вот так полетели. Когда кувыркаемся, нитро восстанавливается. Игрушка, кстати, ВКонтакте, кто не знал. Ну, в социальных сетях, я думаю, она есть. ВКонтакте точно. Так что можете поиграть всем. Землетрясение. У меня есть землетрясение. Отлично. Very good. Так. Что я делаю? Ладно, сейчас. Сейчас. Полетели! Нифига себе, аж на все. Как в матрице все. Замедлилось. Что действительно так стало лагать? Я все бомбы, блин, потратил. Ладно, финиш. Уровень мы прошли, перешли к финишу. Выберем какой-нибудь другой левел. А давайте 8-й, что ли? То есть каждый 4-й, 8-й, 12-й, 16-й, 20-й. Там боссы попадаются, поэтому так, мне кажется, интереснее играть. Именно конкретно с боссами. Вот, босс номер 2, ребят. Первым мы уже видели. Блин. Погнали, в общем. По ходу дела разберемся. Тихо, тише. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так, наша бомбочка. Ну-ка, ну, выпускайся же. Блин, не получилось. Ладно, я тебя одолею все равно. Ну тебе уже покоцаем. Все, отлично. Победили второго босса. Последний, конечно, будет очень сложный. Последний будет босс, а кто не знает, будет танк. И, блин, даже на легком его бывает не сразу пройдешь. Отлично. Я думаю, в этой серии мы всю игру пройдем. Ну, мы не будем вот там первый, второй, третий играть там. А пятый, шестой, седьмой. Мы, то есть, конкретно с боссами будем драться, чтобы так поинтереснее, что ли, было. Но не мешайся мне. Так, сейчас бомбочку кинем. Вот так, вот про это я вам говорил. Такие трюки можно делать, если у вас есть бомба. Ладно, у меня еще есть одна. Эй-эй-эй, дайте мне свободу. Отличный трамплинчик. Ну, что же вы мне мешаете, это все? Ну-ка, получится, нет? Блин. Не очень получилось, но меня закрутило. Ну-ка, если вот так, сейчас. А, не очень мощно бывает, покруче. Вот трамплинчик неплохой, я считаю. Ну, блин, как всегда. Да что ты будешь делать? Овца мне помешала. Ладно, вызовем молнию. Только почему-то она не пришла. Это сверх такая способность была. Сверх бонус. Вот, неплохо. Хотя бывало действительно получше. Я выпускал, помню, по 2-3 бомбы. И почти полкарты пролетал. Очень круто было. Вообще, мне кажется, если постараться, можно всю карту пролететь. Что ж, идем дальше. А, какие-то новые достижения, давайте посмотрим,
Я тут уже почти все достиг. Все, что можно. А, так, отлично. Я уже не знал, как себя прокачивать. А, в магазин, допустим, зайдем. У нас все тут на максимум прокачано. Есть хищный автомобиль. Давайте выберем его. И 12 левел. Сейчас два уровня. Давайте с этой машинкой поиграем, чтобы... Ну, для разнообразия. Также средний левел. Вот я уже такой здоровый. Блин, я застрял. И тебя просто перемолю сейчас. Вот так, ребят. Мы третьего босса легко прошли. Бу-бу-бу-бу-бу. Действительно мощная тачка. Но она так не летает, как предыдущая. Сейчас я вам покажу. Хотя нет, летает. Тоже неплохо. Уже такая здоровенная... Здоровенная железяка, а так летит. Ладно, давайте вперед. Вперед, поехали. Давай. Кстати, кто не подписан, ребятки, подписывайтесь на канал. Действительно, там будет много чего крутого. Вот кто досмотрел до сюда и не подписался еще на канал, обязательно подпишитесь. Я вам обещаю, блин, что будет мега-мега-мега круто. Да что ты будешь делать? Блин, я не могу проехать, это очень сложно. Я слишком большой. Вот маленькая бы тачка проехала. А я сильно большой. Мне надо как-то поверху. Нет, не могу. Эй, смотрите, нифига себе. Меня просто зажало. И просто перемололо. Выпустим две гранаты. Блин, эй, что ты будешь делать? Отлично, мы просто взлетели немножко. Вот так вот. Да, машинка действительно очень большая и явно не для этих карт. Это первый босс, кстати. Мы играем первым боссом. Он просто решил играть за нас. Он понял, что за нас выгоднее играть. Нифига у вас сколько много. Блин. Эй, меня подставили. Все, я просто проиграл. Сделаем то же самое, только знаете, что сделаем? Другую машинку выберем, все-таки нашу. Нашу маленькую, она все-таки предназначена для всех уровней. Так, магазин. Нет. Выбираем нашу машинку. Отмена. Вот так вот. На уровень. Выберем 12-й. Сейчас мы пройдем обязательно. Что я делаю? Так вот, 12-й левел. Мы явно сейчас пройдем. Или я, не я. Средний левел. Так, ну все. Не забывайте про пальцы вверх, ребят, если видео будет много просмотров набирать. Я не знаю, что я сделаю, но... я буду чаще снимать ваши любимые игры. Также, может быть, еще поиграем. Что-нибудь прикольное, может, нарезочку какую-нибудь сделаем из этой игрушки. Если вам действительно понравится. Ну, какую-нибудь достойную нарезку. Да, в принципе, почему бы нет, я считаю, что можно это будет сделать. Так, нам надо будет бомбу пустить. Видите, вот тут я могу проезжать легко. А тем комбайном я просто не смог бы залезть. Маленькая миниатюрная машинка, которая в любую щель может проехать. Проехать! Ну, не в любую, я ошибся. Почти в любую, так будет точнее. Так, выпускаем бомбу. Вау, вау, вау. Нет. Вот отсюда, наверное, будет. Ух ты, это босс. Нифига себе, зажали просто. Бу-бу-бу, сейчас мы тебе покажем бу-бу-бу, блин. Давай. Надо подсадить тебя на пику. Вот так вот. Не ожидал, да? Вот нифига себе горочка. Вот с этой бы я хотел прокатиться. Только мне надо... Мне нужна бомбочка. Хорошо, я знал, где ее взять. Вот где-то тут она. Так, залезем. Вот тут можно реально поугарать. Повыше. Давай. Прям на самый пик надо заехать. Как тяжело ездит. Так, выпускаем бомбу. Вот это да! Нифига себе, меня закрутило. Это было найсово.
Блин, я бы еще так хотел. Ну вот, небольшой поребрик, можно даже отсюда попробовать. Так, пускаем бомбу. О, вообще слабовато. Что-то у нас не получилось. Так, еще раз пробуем. Нет, вообще фигово. Да что ты будешь делать? Не сдалось, так не сдалось, блин. Можно просто покувыркаться, чтобы энергию набрать. А вот она, тучка наша. Жмем на X. Где она? Эй, она взяла, пропала. Это явно баг. Баг игры. Бын-бын-бдыщ. Блин, что я говорю? Ладно, прошли, в общем. А насчет нарезки, это, мне кажется, была неплохая идея. 16 левел. Кстати, тот комбайн стоит 2 голоса, когда я его покупал. Поэтому... блин. Придумали бы разработчики действительно что-нибудь достойное, крутую игрушку. Ух ты, давайте отсюда попробуем. О, слабовато, слабовато. Кстати, во флеш игры вот над бомбой не поугараешь, там они так не подкидываются. Только, ну конкретно ВКонтакте добавили такую возможность. Фичу, так сказать. Кстати, а где босс? Я вот что-то босса не вижу. Подпрыгнул, блин. Вау, вау, вау. Ух ты, нифига себе, меня завертело просто. И назад просто выбросило. Ладно, мы не отчаиваемся, мы идем дальше. Вот так вот. Отлично. Сколько кристаллов-то только много. Вы знаете, как в Сонике он где монетки собирал. Этот наш... Или в Вормиксе было бы, да, смотрите, 800... 800 рубинов. Какой-нибудь бонус в Вормиксе. Собираешь вот эти игрушки, и тебе дадут дополнительные рубины. Я бы тут каждый рубин бы, наверное, собирал. Вот это завертело меня. Это было nice. Давайте напрямую попробуем. Ну, не очень, не очень nice. Босс, неужели босс? Ну-ка, да. Да, ребят, это босс четвертый. Он вот только появился, вот такая вот тачка. Ух ты. Он что-то подсбрасывает, нет? А, всякие гаечки, шурупики вылетают. Давай. Спускайся уже на землю. Вот он. Вот он, наш босс. Блин, я застрял опять. Сейчас мы тебя на пику насадим. Оба! Сверху прям. Легко было его победить. В принципе, тут всех легко победить, вот кроме последнего босса. Вау, все потемнело. Это... апокалипсис, я не знаю, как его назвать. Армагеддон. Погнали дальше. Бомбочка, бомбочка, отлично. Как же я люблю это. Вот это, вот сейчас реально круто. Вот сейчас было найсово. Выбираем левел. Последний босс будет, кто не знает, сложный. Последний босс у нас будет танк. Да, танк, ребят, именно. И это будет очень сложно. Вот он, красавчик. Красноглазый. Желтый танк. Ну-ка, я его смогу... Нифига себе! Надо в окопе сидеть. В окопе, кстати, классно получается. Вот зря я вылез, зря я вылез. Если он меня стрельнет раз, то я погибну. Неужели? Я думал, будет сложнее. Я это сделал. Причем так быстро. Я сам не ожидал. Ну, давайте пройдем уже до конца. Я нашел новую тактику этого босса. Я думал, это я взорвался.
На повторе надо будет посмотреть. Мне срочно надо аптечку. Иначе я сейчас погибну нафиг. Там кто-то еще гонится за мной. Все, сваливаем, сваливаем. Блин, не так, подпрыгнул, неправильно. Вот, вот так я хотел. Блин, от моей тачки ничего не осталось. Смотрите, какой я развалившийся, блин, что я говорю. Вот, аптечка, аптечка нам поможет. Опять этот босс, эй, ты уже был. Акстись. Нифига себе. Это, кстати, предыдущий босс, четвертый. Да ты достал, еще опять танк. Да вы издеваетесь, что ли? Валим, валим, валим отсюда. Вау, нифига себе, я подпрыгнул. Там какой-то вопросик был, важно. Да блин, ты что хуже сделал? Я хотел мега круто подлететь. Отлично. Нет, не в ту сторону. Сейчас меня догонят. Ладно, последние две бомбы истрачу. Все. Эй! Прошли. Смотрим уровень. Та-дам! Где уровень-то? Все, мы все прошли. Есть дополнительные уровни. Там, короче, тут на выживание. Надо всех просто перемолоть. Тут очень хорошо подойдет комбайн. Сейчас вы это сами все видите. Вот он, я появляюсь. Мне надо 20 человечек убить. Ну, как человечек? Машинок. Один готов. Я уже застрял, блин, елки-палки. Один погиб, видите, еще 19 нам надо убить. Давайте по одному только. Комбайн реально тут будет тащить. Затаскивать. Вау, нифига себе, сколько много всяких посторонних. В принципе, это тоже тачка неплохо справляется. Выпусти свою бомбу. Отлично. Вау. Спецэффекты прям. Валим от него. Мы тебя все равно убьем. Нам в любом случае надо будет 20 машин победить. Так что мы вернемся за тобой. Выживание, значит. Ух ты, блин, сразу два босса. Нифига себе. Да, тут нелегко. Все, мне хана. Надо просто свалить отсюда. Давай, давай, уходи, уходи. Блин, у тебя же нитро есть. Включай уже. Да, все, истратилось зазря. Ух ты. Эй, опять босс. Шутишь, что ли? Нифига, она быстро крутится. Так, тут ты нам ничего не сделаешь. Отлично, один готов. Да что ты будешь делать? Что ты? Ух ты, что происходит? Эй, мое колесо! Что же лаги? Смотрите, на какой минуте это было? Мне понравилось. Я еще так хочу. Вау-вау, бич! Просто раздолбали. Сейчас возьмем наш трактор. Может быть, там просто поугарать. Какие-нибудь такие смешные моменты вырезать, нарезать. Так, а возьмем хищный автомобиль, да. И опять четвертый левел. Сейчас вы увидите, насколько она крутая. Средний уровень. Блин, я уже застрял, твою ж дивизию. Налево и направо, и вперед. Это что? Да вылази уже. Эй. Я что, реально не смогу отсюда вылезти? Одно колесо. Все, вытащил. Нифига себе. Что ж несправедливость к большим. К большим и мощным парням. Ну все, я сейчас просто вас буду крушить. Ну блин. Вот так вот, ребят. Маленьким много проще быть. Давай, черепаха.
Отлично. А вот в плане того, что если в драке, то мы тут явно лидеры. Блин, все, хотя какие мы тут лидеры? Нас один раз тронуть, и все, мы проиграли. Мне нужно... Мне действительно нужна аптечка. Да. Давайте просто переиграем. Как будто бы и ничего и не было. Да. Вот опять я появляюсь. Но сейчас я проще выбрался. Да, сейчас у нас явно наш день. Тут раз мы как будто бы не с того колеса встали. Ладно, давайте, где вы там? Прячетесь от меня. Готов один? Вот так вот просто перекрутим его. Фарш, железный фарш. Я немножко не дотянул до аптечки, когда она мне была нужна. Так, ладно, сейчас я вас помолю. И перемолю. Ну и кто кого? Конечно же, я тебе. Бу-бу-бу, мне нравится это. Ух ты, на нем тоже можно подпрыгивать, оказывается. Я вот это ждал. Ну-ка. Вот эту мясорубку хотел. Да, хотел именно тут поугарать. Ну, давай же, давай. Вау, нифига себе. А если что будет... Бум! Меня просто перемололо. В общем, вот такая вот игрушка, ребятки. Хищные машины 2, страшный сон. Всем, кому нравится, ставьте пальцы вверх. Мы, если еще какую-нибудь нарезочку потом сделаем. Но пока что, ребят, всем до скорого. Пока-пока.